Владе спасибо за хорошую игру. Но для нас очень была важна любая победа. В последнее время немножко у нас стало не получаться. И сегодня хотели сыграть организованно, дисциплинированно. Скажем так, более солидно, чем это мы делаем в последнее время. И в первую очередь, наверное, в обороне. Поэтому хорошо, что пропустили один гол. Плохо, что опять пропустили в меньшинстве. Но, в принципе, провели неплохой матч. Ну и хорошо, что смогли выиграть по болитам. Спасибо. Да, банальная фраза, могу сказать, что тяжелая игра у нашей команды. Она каждая тяжелая, может, у какой-нибудь команды в лиге есть и легкие игры, но тяжелая боевая игра. Несмотря на эти последние поражения Торпедо, Торпедо все-таки команда, которая очень мало пропускает. И потому нам было важно быть терпеливыми и не делать глупостей. Первые 10 минут мы очень хорошо играли. Потом немножко это терпение начало пропадать у нападающих, потому что ну, мало что дают создавать. Ты не имеешь права терять на входе в зону, в средней зоне, чтобы не давать контратак сопернику. Но удаление во втором периоде у нас тоже это зачастую, начиная с второго периода удаления, пропустили опять в меньшинстве. Хорошо, что в большинстве забили, и ребята делали, что могли, несмотря на то, какие проблемы с составом, и травмированные, и больные, и только после лечения играли ребята. Все-таки одно очко мы у Торпедо отняли, это, как говорится, уважение вызывает вообще то, как мы отыграли эту серию. Несмотря на что, ребята играли хорошо, взяли 7 очков из 9, что есть хорошо, так что готовимся к выездной серии. Вопрос тренеру гостей. Петрис, как сами считаете, помогло сегодня команде ваше присутствие на скамейке? Я могу сказать, что мне помогло, потому что действительно очень тяжело наблюдать с трибун игру команды, не быть вместе с ребятами, это очень непросто. Я должен делать правильные выводы, чтобы больше там не оказаться. Но, естественно, я надеюсь, что помогло, потому что все-таки много нюансов, на которых мы стараемся как можно более оперативно обращать внимание, подсказывать ребятам во время матча. Это очень такая большая динамика, да, там, я думаю, что лишние глаза, они всегда идут в помощь. Поэтому надеюсь, что помогло. Ну, повторюсь, для нас была важна любая победа, поэтому хорошо, что выиграли. Артис, уже упомянули, что у команды много травмированных, больных. Сегодня, кажется, Бочарову разбили лицо, и у Рыбина были проблемы с ногой, там тоже пытались. Ничего серьезного? Ну, они доиграли игру, и, думаю, надеюсь, что ничего серьезного. Спасибо. Спасибо, Дача.